Каждое утро по этой улице Светлана ходит на работу. Вчера именно здесь на нее набросилась собака. Женщине чудом удалось отбиться от агрессивного животного. Я живу на Морской, 44. Я шла на работу. В этом районе, промежутке, в общем, я услышала сзади, как собака начала как дышать. Ну, такое чувство. Я обернулась, то есть собака вот такой высоты, то есть накинулась на меня моментально. То есть я не могла сообразить. Она зацепилась мне за руку, то есть я почувствовала боль адские. Я орала здесь дурниной. Думала, что кто-нибудь выйдет, ревела очень сильно, и как бы, ну, она потом, некоторые секунды она отбежала от меня и начала опять на меня нападать, я начала вещи ей бросать. Пострадавшую увезла карета скорой помощи. Собака в нескольких местах прокусила ей руку, разорвала всю одежду. В этот же день Светлана написала заявление в полицию и хочет наказать хозяина агрессивного пса. В районе вот этого вот поворота я увидела двух мужчин нерусской национальности, то есть я их запомнила. Они ей свистнули, знаете, такое чувство было, то есть она на меня напала, да, все дела сделала, как бы укусила, и она вальяжно пошла в их сторону. То есть я сделала выводы, что это ихняя собака. Если будет, до суда дойдет, то есть я доведу это дело, потому что я знаю, чьи это собаки. Берчанка была вынуждена уйти на больничный. Впереди еще 40 уколов и курс реабилитации. По ее словам, собаки, принадлежащие рабочим со стройки, уже не первый раз пугают местных жителей. Намерена Светлана взыскать и материальный ущерб с хозяина агрессивного животного. С учетом нанесенных травм и морального вреда, сумму ущерба пострадавшая оценила в 150 тысяч рублей. В настоящее время, по данному факту, полиция Бирска проводит проверку.